Всем привет, доброе утро. Чё пригорел? О, как так? Ну, как-то так. Надо очищать сейчас. Так, у нас движуха. Сережа уже приехал с работы. Пока он был с утра на работе, просто он сегодня отпросился до обеда. Мы же едем к Костину на день рождения. Я уже почистила овощи все. Начала жарить картошку с грибами будет у нас. Сейчас буду салатики делать, компот процедила. В общем, гоняю. Сейчас еще это, видео надо сделать. И потихоньку собираться. Уже 11:30. Капец. Я еще голову хотела помыть и сделать укладку. Может, ну и в баню. Мы же все равно в бане будем париться. Тогда ладно. Вот такие у нас дела. Телефон у тебя, Сереж. Так, я уже натерла и накрошила крабовые палочки. Здесь яйца и плавленый сырок. Это в... Эти, господи, в рулеты будет. Внутренности. Рулеты с лаваша. Это уже завтра на Сережин день рождения. Подготавливаю, чтобы на завтра меньше работы было, потому что не успею. И шубу начала делать. Также вон у меня все готово. Сейчас оливье сделаю, шубу. И замариную еще куриные бедрышки. Подбиваю, замариную для мангала. И все. И потом отправляемся к Косте. Вот так замотала я Сережей шубу пленкой. Она не касается. И сохранится до завтра. Там компот. На балконе оставим. Так, мы выезжаем нарешті. Я такая с хвостиком, ну ничего. Классная. Девочка-припевочка. Совсем уж не припевочка. Выезжаем, загрузились, там еще нам кучу надо было докупить, ребята попросили. И что еще? Дети у нас едут позже. У Назар после академии, Вика там еще доготавливает папе на завтра сюрприз. От себя такой подарочек собственными руками. А мы, короче говоря, с Сережей поехали, потому что у нас продукты. У нас и мясо на шашлык, который надо завести Косте, и там еще продукты кое-какие. И, короче говоря, вода. Поэтому мы выехали. Так, я думала, мы часа три выедем, уже 4:30. Кошмар. Долго чухались. Да, чухались. Я же тоже готовила на завтра все. Два это накладно. Два вот так дня рождения, еще и где-то, за городом. Надо либо много денег, чтобы покупать сразу все готовое. Да, готовое не такое вкусное. Я такое не люблю. Либо туда тратить много времени. Да. Разве что с ресторана что-то, то еще ну, оно да. Нормально. Так в магазине готовое. Я не любитель, тем более таким кормить. Тем более таким кормить гостей, как бы я не приветствую такие вещи. Вот так вот. Так, надеюсь, все будет хорошо. Все, поехали. Время, Костя. Бери. Что сказать, мы едем? Да. Нет, молчать. Мы же хотим там просто еще подарок от друзей передаем. Я, кстати, первый раз в жизни абсолютно не занималась и не парилась подарком для Константина. Почему? Потому что Сережа меня отрезал и сказал, этим займусь делом я. Я знаю, что я ему хочу. И что я знаю, что ему хочу. Поэтому я даже толком и не видела, что там Сережа накупил. Но я так понимаю, что это для рыбалки, для отдыха. Для отдыха, короче. Вот как-то так. И это так прекрасно. Я всегда голову ломаю. Мне вообще проще деньги в конверт положить, если не уверен, что человеку нужно. Я уже об этом говорила. Ладно, на праздник вместе с вами. Я думаю, будет интересно сегодня, весело, вкусно и прикольно. Подъезжаем. Красота здесь, прелесть. Такая охраняемая тут территория. Знаешь, пропускают по отпечатку пальцев. Что, туда идти? Наверное. Блин. Алло. Там можно алло сказать. Все открыли.
Хорошо. Это причал. Здесь и арендовали. Второй причал. Там уже водичка. Да, спорно. Все кричат, что они самые большие. Да? Тут такие домики есть классные, вообще красивые, шикарные. А люди живут, да, здесь. Ну, пригород, считай. Нет, это город. В черте города получается. Вон, смотрите, с дерева. Касса заканчивается аж на 55-м причале. Там табличка стоит, выезд с города. Угу. Приехали. Привет. Давай, доставай подарки. Давай, я вещи, че потом вещи. Давай продукты. Продукты давай и подарки Косте. Сейчас. Продукты, вот они. Давай, я продукты понесу. Ого. Пошли. Вы что, смеяете? Да. Я уже упаю. Идемте, вам немножко покажу. Вот, смотрите. Красота. Ой, зацепилась. А это дрова, которые мы привезли. А тут у ребят это зона рыбака. Вот эта зона рыбака. Здесь баня. Выход сюда можно, а можно в доме там. Здравствуйте. Здрасте. Наверху. Хорошо. Смотри. Что за грустные мальчишки? Да потому что в 23 сейчас отличается. Ой, началось. Бурчало включил. Лариса. Ау. Боже. Посмотрите. Так, ну все, в общем, мы прибыли, сейчас разберемся. Вот так здесь красиво. Вот так красиво. Привет, Шурик. Ай! Сейчас, подожди, выключи. Что вы тут? Что это? Тише, где-то Эмма спит. Константинчик, вздыхай, братуха. Это Андрюха передал. Это Андрюха. А что, не приедет? Приедет. Просто, ну, говорит, друг уже понадобится. Ого. Смотрите, как они ногой едят. Мангал? Да. Козика манюсенька. Минкай, подписной лазером вырезанный. Да. Под заказ сделанный. Здравствуйте. Сейчас посмотрим. Не говорил. Скажите, котят. Боже, тут котят. Их тут шестеро. И... чтоб тебе в любое время года, в любое время суток было постоянно-постоянно светло. Да, и чтоб я ножки не ломал. Это с пауэрбанком, это крутой очень. Дружище, наше. Видишь, что у тебя какие-то приключения. Ну, еще Виктория привезет от себя. Зато жить не скучно. Максик, как ты себя чувствуешь? Цуконяшки крутые. Так, ладно, что помогать? Разгружать вам привезли все. Так, тут, короче, такая кухонька маленькая получается. Ну, достаточно. А это зал, где, в принципе, мы будем заседать. Там каминчик. Очень тепло в доме. Очень тепло. А вечером красиво здесь лампочки горят. Вот эти вот. Ой, очень красиво. Блин, днем так круто здесь, правда? Да. Вообще, вообще. Стол, а на втором этаже, получается, на втором этаже, ну, это с улицы там вход, там три спальни. Тоже классно, я потом покажу, уже не сегодня. У нас уже вечереет, красивенько, вообще, боже, ну кайфище же. Там Сережка. Пешка, где вот эти мальчики? Какие? А в доме уже, там стол накрывается, вон, вон там. А я пойду, тут один минус большой, туалет на втором этаже. Как раз покажу вам там комнаты. Второй этаж немножко с другого входа. Вот так отсюда. Вот так вот заходим. Там мостик над водой. А тут... сейчас я еще... Сережка куда-то пошел. Так, а тут свет. Итак, у нас здесь имеется туалет.
Вот так вот. Дальше. Здесь не знаю ничего. Пойдемте дальше. А тут пошли спальни. Ух ты! Как классно! Вот тут одна спальня. Вот такая вот. Здесь вторая. И вот эта проходная, правда, ну ничего. И шкаф такой большой. Красиво тут. Как в ресторане. Посмотрите что на эту друзья? Красоту. Еще и телевизор. Еще телевизор, да. Да, который это висящий компьютер настоящий. Да, да. Вообще. Конечно. Что управляется мышкой. Чтобы посмотрите. А, да, я знаю. На пляж на 12 улице. Так, это только еще, это же еще не все, это начало. Заходи, именинник. Блин, надо забрать, я ему сейчас. На, держи. Не, бери, снимай, а я возьму. Не? Открывай, бы сейчас сотрется. Подожди, хэппи. Его надо разрезать. Пакет, потому что он плотный очень. Подожди. Сынок, можешь на улице погулять, можешь в тепло. Двери либо закрывай, либо не закрывай. Да что, вообще сдурел? Написано, подожди. Happy birthday, Константинчик. Можно понять. To you. Happy birthday to you. А что ты свечки не вставила? Вот они, трафаретки. Отпусти дочь. Хорош. Надо было ляпнуть ему в лицо. И сейчас слово готовки. Привет, Лена. Привет, Эрма. Ну, я футболку сейчас приодену. Ну, вот здесь. У тебя на Назар есть футболка под низом? Я в жидке был, что ты можешь. Есть футболка под низом? Так, то снимай кофту, если Красиво, садись, да? Да. Да. Давай, не могу. Боже, вот он, да. Шашлык, грибочки, и там все вкуснятин. А что, нельзя? Нет, так это стекло подвинется. Мне кажется, тут стол далеко. Надо его подвинуть. Блин. А вы знаете, что одна шикарная была за входом слева? Сереж, подвинь стул к Насте и туда. Ой, стул, говорю. По два у каждого. Это шикарный стол. Настенька, давай. Блин, у меня реально дома таких. Не, один. Наш именинник. Том. А что она такая большая? Мы обмотали, Андрей обмотал флисовой кофтой. Так распухло. Костя, да. Ты понял, что распухло. Наш сосед. У меня дома один такой. Стол, у всех. А вас два. Нас дома два. Андрюха, у тебя есть такой стол? Нет. Садимся за стол. Ой, как хорошо посидели. Так, вот это рюмки все чистые. Никто их не трогал, никто с них не пил. Никто не захотел. Кроме одной, да. Мы уже и посуду с Ленчиком помыли. А торт... А, мне показалось, что он это. Так что там, спроси. Если что, режь. Тут, бо Настя хочет торт. Константинчик, ты спросил? Это не я, тортик. Настя хочет, можно ей отрезать? Да, бери, Настя. Сейчас порежем тебе. Ты я сама смотрю. Да. А как порезать? Давай вот так, подожди, вот так. Так, чик-чик-чик. Держи. На, снимай. Хорошо. Мы будем резать. Торт без свечей, говорит это Вика, что они запаливали с Максом. Только как-то мы прогавили это все.
Так. Удобно с двумя руками? Да, конечно. О, у меня маленький помощник есть, блогер. Да, Настя? Вика уже спать. Подай, пожалуйста, колу и этот и конинку. Сейчас подам, сейчас, секунду. Все, бери, зайчик. Я пошла подавать. О, может прикрыть, чтобы не стукнуться? Да. Я уже сегодня много. Смотрите, как там красиво. Блин, не видно. Да, господи. Сумасшедшая. Я уже много раз вот тут ударялась. Макс, ты красавчик, конечно. Когда она убивает. Вик, ты ж наверх говорила, пошла. Боже, как же ж классно тут. А, Шурик? А где папа, дочь? Ага. А, ты не дождался меня. Сейчас я выйду. Не дождались. Сами уже понесли коньяк и колу. А мы тут с Настей. А ну пробуй, расскажешь, как. Это сейчас, Вика делала, не старалась. Выглядит очень аппетитно. Настен, а может вот ручками? Вот. Есть? Вот тут я поняла. Попашилась. Подожди, я одну вилку мыла. Где она делась? Наверное, мама ее сложила на место. Где это место? Нашла? Да. Это надо выложить. Ну давай. Пробуем. Из папиного комплекта вилочку стырим. Давай. Ну, так, мы называем весь торт. Тюз, я жду, пока ты попробуешь. Она бегает от меня с тем тортом. А ты все с камерой бегаешь? Конечно. Тебя снимаю. Меня. Вкусно? А мы уже встретили Сережкин день рождения. Добрый вечер. А ты в курсе, что ты не себя снимаешь? Мы мы уже встретили там. А тебя снимают. А то такая... Я не очень хорошо выгляжу. Потолок такая. Мы уже встретились. Это какой потолок? Я именинника вообще-то снимала. Мы уже... Ну, это только по документам. Кто такие Витя? Виктор. Кто такие Виктор? Ладно, я не о том. Сережку мы уже поздравляем. Ну, я он такси уклон, вообще тишина. Хотя он еще не родился. Ты же вызвал, да? Ну, пожалуйста. Давайте я болт попробую. Блядь, окей. Ну, зачем? Если ты хочешь, я не могу, в принципе. Я никуда не еду. Передумал уезжать. Тут любой выезжал и прошел. Боже, хорошо. Это лучшее, что я тебя слышу за последнее, за времени знакомства. У меня там почки перестали болеть. Богиня. Я упала, вот, выпала. Боже, чудят. Кто чудит-то? Да вы все. А вы чудите. Просто, вы понимаете. На улицу перешли, в доме жарко. Кланик, царица. Она рядом мне вызвала. Дальше тебе, блин, тебе выпала. Зачем тебе эти больницы? Тут болт бы, тут пробовал. Мне срочно надо закурить. Тебе выиграл. Я уже задал, удовлетворил сигарету. Просто бимба в моей. Придурки. Давайте, говорит, болт попробуем. Я даже не знаю, что сказать. Сбросит напряжение. Ты от дивана заразилась? Хотя он такого не научится. Вика, мне сразу ужас, дружут, как думают. Как это творится? В общем, ребят, я хочу сказать всем пока, потому что я уже с этого безобразия. Набирать. Леночка уже пошла спать, наверное. В смысле набирать? Что ты вперёд? Мы уже там не убрались, перемыли все. И все, сейчас тоже иду уже отдыхать, потому что завтра тяжелый день. Всем говорю пока, заранее, наперед. Я знаю, что будут поздравления, поэтому огромное всем спасибо. Все, почитаем. Мама волнуется. Да, Вика, да не расстраивайся. Ты человеку жизнь спасла.
Все. Всех люблю, обнимаю, целую. Пока-пока.